Добрый день! Я рада видеть вас на нашем мастер-классе. Сейчас июнь, щебечут птицы. Я вам предлагаю сделать дерево с птичками. Для этого нам понадобится цветная бумага, клей-карандаш, простой карандаш, ножницы и линейка. Вначале мы сделаем птичек. Для птичек лучше брать бумагу двухстороннюю. Вырезаем полоску шириной 3 сантиметра. Во всю длину листа. Выбираем любой цвет, какой хотим. Это будет птичка у нас. Отрезали полосочку. Смотрите, что мы теперь делаем. Мы ее как бы связываем узелочком. Так вот перекручиваем. Вот. Вязали. Вот. И здесь вот немножко чуть-чуть прижали. Из одной части мы сделаем головку, а из второй хвостик. Рисуем здесь вот головку. Клювик не забываем делать. Вот, нарисовали головку. А хвостик мы просто разрежем вот на такие полосочки тоненькие. И вырезаем. Разрезаем такие полосочки. И на ножницы их накручиваем так, такими движениями. Можно одну в одну сторону, другую в другую. Когда мы накрутили хвостик, мы рисуем птичке глазик черным фломастером. Можно клювик обвести. И какой-нибудь узор на крылышках, например, галочки. Любой, какой вам захочется. Можно волнистые линии. Так вот украсили птичку каким-нибудь узором. Можно не обязательно черным, любым цветом фломастер. Отложим пока птичку. И сделаем теперь точно такое же из другого цвета. И сделаем желтенькую. Опять отрезаем полоску шириной 3 сантиметра. Еще раз показываю, как мы завязываем узелочек. Вот берем одну на другую накладываем, потом вовнутрь просовываем и аккуратненько, сильно не тянем, вот такой вот узелочек завязываем и потом вот так вот чуть-чуть прижимаем. Рисуем головку. Такая птичка у нас будет смотреть в другую сторону. Рисовали головушку. Можно сделать и открытый клювик. И хвостик также нарежем полосочками. Вырезаем. Нарезаем хвостик. И накручиваем. Накрутили. Теперь также рисуем глазик. Клювик вводим. На этой птичке сделаем какой-нибудь другой узор. Например, просто точечки поставим.
Вот такая птичка. И теперь берем третий цвет и вырезаем еще одну полосочку 3 сантиметра. Отрезали, завязываем ее в узелок вот таким вот образом. Чуть-чуть загибаем, рисуем головку, клювик, а хвостик у этой птички сделаем так вот галочкой. Видите, такой вот хвостик у нее. Чтобы птички были все разные, одна на другую не похожие. Эти отличаются клювиками, а это от них будет отличаться хвостиком. Фломастером ставим глазик. Клювик можно ввести. И какой-нибудь узор, например, палочками. Такими черточками сделаем ей крылышки. Также, чтобы она отличалась от остальных птичек. Можете свой какой-нибудь придумать. Пока на хвостике можно перышки такие сделать. И тоже продолжить узор. Так вот, птички у нас с вами готовы. Теперь мы сделаем дерево, на которое посадим наших птичек. Для этого нам понадобится коричневая бумага. Так, здесь односторонняя подойдет. С белой стороны рисуем на двухсторонней, поэтому мне придется рисовать коричневой стороны. Так. Рисуем ствол. Ствол кверху немного сужается у нас. К низу он толще. Вырезаем. Вот. Мы его не будем прям к низу приклеивать, немножко поднимем. Ну, почти. Осталось подрезать немножко. И веточки тоненькие. Вырезаем много тоненьких полосочек. Также веточки чуть начинаются чуть пошире, а к концу сужаются. Разной толщины. Нарежем. Какие потолще, какие потоньше. Сейчас начнем приклеивать. Если не хватит, добавим. Намазываем клеем. Вначале ствол дерева приклеиваем. Как следует промазываем. Можно клей-карандаш, можно клей ПВА. Кисточкой тогда аккуратненько намазываем. И приклеиваем не к самому низу, а чуть выше поднимаем. И он примерно посерединке листа. Теперь веточки приклеиваем. Веточки где-то начинаем приклеивать от середины дерева. Каждую веточку также намазываем клеем. И приклеиваем. Можно еще покороче отрезать, совсем коротенько сделать. На каждой веточке обязательно надо сделать ответвление. Приклеить еще маленькую коротенькую веточку, чтобы дерево красиво смотрелось. Сейчас еще несколько штучек приклеим. На этой. Теперь посадим наших птичек на дерево. Вначале прикинем, в какую сторону какую птичку приклеить.
равно можно под дерево садить на травке. Вот здесь что я приклею. Приклеиваем птичек, намазываем то место, куда мы их хотим приклеить, как следует. Кладем и прижимаем. Красненькую вниз приклеим. Можно всех трех посадить на дерево. Птичек приклеили. Осталось нам сделать листики на дереве. То есть, смотрите, они приклеены только вот за одну сторону. Головка остается подвижной, хвостик подвижный. Теперь делаем листочки. Для этого нам понадобится зеленый цвет. Мы сейчас сразу вырежем несколько листочков, поэтому отрезаем полосочку, складываем ее гармошкой где-то в ширину листочка будущего. Складываем гармошкой, рисуем листик. Вот такой вот. И вырезаем. У нас будет сразу много-много листиков. Одинаковых. Обрезки не нужны. Вот они, листочки получились. Приклеиваем их на дерево. Каждой веточке. И теперь более темные вырезаем. Уже отрежем полосочку. Так, вот сколько получилось. Осталось приклеить. Приклеиваем. Пустые. Сюда можно. Так, и теперь травку надо сделать для последней птички. Вот она бедная, в воздухе висит. Отмеряем ширину нашего листочка. Где-то до уровня птички. Складываем пополам. Вырезаем такими треугольничками. Травку. Открываем. Вот такая травка получилась у нас. И приклеиваем снизу. Сами травинки можно не приклеивать, пускай они будут у нас торчащими. Приклеиваем только полосочку. Намазываем вот эту нижнюю полосу листа. Клеим. Ровненько прикладываем травку. А сами травинки остаются. Можно их даже чуть-чуть помотать на карандашик. Можно так оставить. Кто хочет, можно цветочки еще здесь сделать. Такие вот с вами птички у нас получились. Желаю вам творческих успехов. До свидания. До следующего мастер-класса.